Я же это новое платье по интернету заказала. Я пол зарплаты в него вбухала. А оно мне маленькое. Как купальник на мне смотрится. Я какие только диеты не перепробовала. И кремлевскую, и апельсиновую, и шведскую, и английскую. Слушай, а может тебе на казахскую диету сесть? Да как? Как-как? Выйти замуж, стать как ее это? Килинкой, о! И будешь по дому убирать, посуду мыть, готовить, во дворе подметать. Быстро похудеешь. Нет, для этого муж нужен. Ольга, Татьяна. Петр Петрович, вам как обычно. Никак нет. Ольга. У меня на следующей неделе увольнительная. Предлагаю свидание. Конечно, с удовольствием Ольга пойдет. Да, я пойду. Тогда до встречи. Да. До встречи. А я всегда подозревала, что полковник Петров не зря к нам ходит. Таня, ты чё? Таня, у меня же одно платье, и то маленькое. Таня, что теперь делать-то? Так, стоп, истерика. А я тебе на что? А ну-ка, нос вытерла кверху, все. Вот так. Спортқа жатпайтын, салмақты тез түсіретін әдіс. Бес әріп. Диета. Диета. Келет. Сәлематсыздар ма? Саламатсыз ба? Маған мына бел омыртқаны көрсетіп жіберіңізші. Қазір. Мам, мына етті алайықшы. Ой, қойшы, ол болмайды. Майлы, сене толғың келе ме? Мына аға сияқты ма? Доча, олай деп айтуға болмайды. Адамға саусақпен көрсетпе. Аласыздар ма? Жоқ. Мам, мен толықпын ба? Жоқ, әрине. Сен менің кішкентай ғана бауырсағымсың, құлыншағымсың. Мейірім нұрын шашқан күнім дейсің. Өмірімнің қуат көзі өзің деймін. Жаным менің жалғызсырап қалғандай. Бір көрмесем өзіңді мен іздеймін. Сәлем, Айгүл. Сәлем. Жақсы өлең екен. Авторы кім? Мен автор. Жоқ, интернеттен алдым. Қалайсың, Айгүл? Жапырағын кеңге жайған ақ қуқыстың қанатындай үлбіреп тұрсың. Саламатсыз. Маған бір баклашқа сүт беріп жеңізші. Саламатсыз. Мама, анау жаңағы семіз аға ғой. Ой, деп айтуға болмайды. Бірақ сен жаңағыны солай айттың ғой. Саған не болған? Кешіріңіз. Сау болсын. Саған не болған? Ей, жаным сол. Көрінер ма, балдар ешқашан өтірік айтпайды. Не көреді соны айтады? Досхан, сен көңіл аударма. Сенің толықтығың өзіңе жарасып тұр. Аха, өте күшті жарасады. Жүре бер, осылай семіз бол. Жарайды маған, жұмыс істеу керек, ана жерде бір сан. Досхан, сен мен дұрыс түсінбей қалдың. Қайтесің сол Досханды? Қара, өзіңе арнаған поэзия. Тыңдаш? О, дос, қалайсың? Қайда бара жатсың? Складқа. О, не, складта қазір бір мөлшек картошкам бар еді, мен соны әкеп бере аласың ба? Жарайды. Рахмет, ты большой человек. В смысле большой человек? Сен сонда мен семіз деп тұрсың ба не, а? Жоқ, я это имел в виду, ну, адамгершілігің бар адам. Адамгершілігің бар адам. Ну, подумаешь, пару кило лишних. Сядешь на диету, начнем с сегодняшнего дня, за неделю точно похудеешь. А если не получится? Получится. Ты же хочешь жениха? Пошли. Пойдем. Давай, Вась, пошли.
Подождите! А зачем ты хочешь похудеть? Мне кажется, я полноват. Какая чушь! Досик, ты совсем не полноват. Полноват тот, у кого ушки на боках. А у тебя ушек нет. У тебя и боков нет. Да? Ага, Дос, мы с тобой сплошной овал. Ладно, поможем тебе. Но только чтобы не ныть. Понял? Понял. Тогда за работу. Итак, значит, лагман, манты, мясо по-тайски, на гарнир картофельное пюре мы есть не будем. Мы будем рис и чай. Чай без сахара. Ну, можно хотя бы пироженка. Оля, запомни, пирожное – это калории. И есть калории – нет платья. Нет платья – нет свидания. Нет свидания – до свидания. Понятно? Дос. И никакого мяса. Помните, у нас всего неделя на диету. Досик, ты можешь диету и подольше подержать. Хоть месяц. Не-не-не, мне неделю хватит. О, Досик, ты как-то изменился, а? Да? Постройнел немножко. Вау. Я же на диете. Маме, это совсем... О, и что, помогает? Ну, вы же сами сказали, что я постройнел. А, да, да, это точно, постройнел. Братуха, а ты худеешь, чтобы малолитражку залезть, да? Нет, просто... Худею? Просто худеет. Чего тебе? Молодец, Дось. Молодец, дорогой. Молодец, Дось. Я тебе желаю удачи с твоей диетой. Короче, молодой, худой, красивый. А, да, да, давай. Матлоп, дядь Горький. Прыгает. Не продержится долго. А, продержится? Спорим, не продержится долго? Я тебе говорю, продержится. Давай спорим, не продержится. Давай поспорим, а. И вот... Я ничего не ем, я на диете. Дос, ты что? Какая диета? Ты же казах. У вас в генах заложено есть мясо, больше мяса. Поэтому казахи столько славных батыров имеют. Ой, вы не понимаете. Диета – это классно. Через неделю я буду стройным. Тогда никто не скажет, что я полный. Да ты совсем не полный. У тебя просто кость широкая. Ладно, корицы худые, как фунчоза. Но тебе? Тебе не, зачем худеть? Вот увидите, как я постройнею, и все поймете. Что это за шум? Ощущение, будто трубы где-то засорились. Сдачи возьмите. Спасибо. Досхан, ай, баламай. Саган диетан керегне. Ой, мама, я дисти жүгенчар. Сізге келін алып келу үшін. Кой шей, сен не біреу жақсы көріп қалдың ба? Жоқ. Ай, балам-ай, сенің денсаулығың үшін уайымдаймын ғой. Ой. Мама, уайымдамаңыз. Мен сізді қатты жақсы көрем. Қазір тамақ ішуге барамыз. Тамақ ішіп жүрмін ғой. Таня, можно хоть огурец? Огурец? Можно? Можно огурец, нам огуречек можно. Стоп! В нашем диетическом союзе
все основано на честности. Отныне я ввожу сухой закон. Каждый день после 6 вечера никакой еды. Кара, сен күніне не бәрі 1000 килокалорий алсаң, сонда аптасына 7000 килокалорий аласың. О, сонда бір аптада бір күннің тамағы жейсің. Түу, Хасан адам қарын ашып тұрғанда тамақ туралы айтпашы. Енді. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кер жаңа үзілген бе? Әрине жаңа үзілген қытырлақ, дәмді қызанақтарды айтсаңшы енді. Бұл не? Жер сілкінісі ме? Бұл аз ғана жер сілкінісі. Жерді сілкілемейді, тек дауысы ғана шығады. Мен геолог бұл. Досхан, мүмкін бірдеңе жеп аларсың? Жо, мен тойып тұрмын. Тойып тұрған көніп тұр ғой сен. Сізге 2 килограмм өлшейсіз. Здравствуйте. Вы же Фархат Абдраимов? Можно просто Фара. Я смотрел ваши фильмы. Вы классный актер. Рахмет. Куда-то катался. Это что, землетрясение? Это не землетрясение. Это что, оттуда? А что не поешь? Мне нельзя. Я на диете. Казах сумба? Я? Эй! Какой казах без мяса? Казах без мяса? Это все равно, что длинный тост без опашки. Да, я знаю, просто немножко хотел убрать живот. Ты на мой посмотри. И, кстати, это не живот. Это магнит, который притягивает деньги. Чем больше живот, тем больше притягивает. Понял? Так что давай, слава богу. И бросай эту диету. Слава богу. Самса берем, тандыр. Успей, бір самса беш, бол тез. Бір самса? Аса өзі диетада садым? Ой, бір самсадан семіріп кетпейсің, ой, бол тез. А, хоп. Все-таки сегодня фортуна благосклонна к армянам. А даже еще не доехал до финиша. Он не будет ее есть. Бүгін барсақ болады. Қайда барсақ болады? Енді сен алдында кездесуге шақырып едің ғой. Бүгін барып кешкі ас ішсек болады. Маған кешкі ас туралы айтпаш. Түсінесің ба? Бара алмаймын. Маған алтыдан кейін тамақ ішуге болмайды. Сен не диетадасың ба? Иә. Онда сен диетаңа мен де көмектесейінші. Жарайды. Иә. Онда сізге рахмет. А, хоп. Жүр кеттік. Білесің ба, диета деген? Сонымен біз барлық жоспар бойынша жүріп келеміз. Енді бірнеше күннен кейін мен есебім бойынша сен 10 килограммдай салмақ тастайсың. Айгүл. Сен неге маған көмектесесің? Мен енді сен алдына қойған мақсатыңды орындап, сен сияқты салмақ тастайтындарға үлгі болғанды қалаймын. Шынында айтшы. Бір кездері менің әкем де темекі тартқанын қойғысы келді. Анам да көмектесті. Бірақ уақыт өте келе әкем қиналып кетті. Сөйтіп анам әкемнің қалтасынан темекі тауып алды. Әкеме немесе мен, немесе темекі деп шарт қойды. Сен түсінесің бе, әкеме қалай қиын болды. Анам маған сен де бір күн осылай біреуге көмектесерсің деп айтқан. Сөйтіп әкең темекісін тастады ма? Иә, тастады. Бірақ тәттіні көп жеп кетті. Сөйтіп салмақ жинап алды. Жоқ, Досхан, ең бастысы ол емес. Менің әкем айтқанын орындай алды. Сен де орындай аласың.
Мен саған сенем. Игүл, сен жанда болсаң, мен дет атыралым әлде ұмытып кетем. Ваш счет. Жаңа сен айтқан оқиғалардан соң тамақ ішкім келмей қалды. А? Ну, где твоя армянская фортуна, а? Подожди. Это же еще не конец диеты. Вот увидишь, он сорвется. Я тебе точно говорю, я же сорвался в свое время. Твое время утекает, как песок. Понял? Извините, вы хотите, чтобы вот этот Досхан сорвал свою диету? Нет. А что? Самса, чебуреки, лагман, вкусный берем. Манты сочные, чебуреки свежие берем. Беляши, чебуреки, самса, лагман. Манты вкусные, вкусные. Самса? Базарын басқа жерге барып тұрсайшы. Ары бері жүре бермейін. Самса, манты, чебуреки, лагман, кофе горячий. Эй, гүзел. Что он взял? Не взял. Что, даже не понюхал? Да-да. Что делать, а? Карик, ты притормози, а? Не умеешь тормозить, лучше сдайся тогда. Гарик редко тормозит. И никогда не сдается. Чебуреки, лагман, самса. Гюзель. Ах, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник. Чебуреки, манты, лагман. Ваш заказ. Два риса. На первое суп-лапша, солянка. На второе манты, гуру лагман и котлеты. С пюре. Прошу. Гюзалечка, ты не могла бы повторить все еще раз? А то я плохо расслышала. Два риса, суп-лапша, солянка. Соляночка. Манты. Манты. Гуйру лагман. И котлеты. С пюре. Так, врач. Так, все, хватит. Досхан. Здравствуйте. Здравствуйте. Самса вкусная? Простите? Я говорю, мед свежий? Да. Сами делали? Да. Таня. Таня, нет, это что-то плохо. Таня. Оля, что с тобой? Это... Оля, Оля. Я сейчас, минутку. Ты куда? Подожди, стой! Мам. Оға арықтап кетіпті. Доча, олай тұға болмайды. Көрдің бе ауырып отыр. Рахмет, жақсы сау болыңыздар. Доча, олай деп айтуға болмайды. Ома, мынау самсан кім алып келген? Мен саған қалдырып қойдым, жей бам. Маған жеуге болмайды, Айгүл біліп қойса. Айгүл, Айгүл. Не Айгүл? Айгүл, сенің болашақ қалыңдығың беді? Ол сені жақсы көрсе, мына диетаға отырғызбас еді. Мына түріңе қарашы, қандай аяныштысың. Мам, сіз түсінбейсің. Жеп ал. Сен? Самсаны жеп ал. Жеп. Только на базаре самое вкусное, свежее.
же вот это же вот это все, а? Ага. Дос? Оля, а я вас ищу по всему базару. Пойдемте со мной. Пойдемте. Он көп айтарас, қыз баланың. Жазықсыз жүрегімнің үзбе бағын. Айгуль, ты не видела Олю и Досика? Нет, а что случилось? Я не знаю. Я нигде не могу их найти. Я боюсь, что может случиться самое страшное. А вы лишь магдайме золотом? Че? Ищите доска на соли. Прошу. Все съели за 15 минут. Мене, нәтиже, обырып тастапты, шошқалар құсап. Өйдесінде тұрған жоқ. Досхан, мына жерде не болып жатыр? Түсіндірші маған. Мен саған етеуге рұқсат бердім бе? Жауап бер. Жауап бер дедім саған. Біріншіден, маған даусымды көтерме. Не? Не, не. Екіншіден, бұл менің детам. Не жейм, өзім білем. Үшіншіден, мен қазақпын. Етеу қазақтарын қанына сіңіп алған. Ет жемеген қазақ, шешілмеген сканворт сияқ. Төртіншіден, мен қандаймын, сондай болып қалам. Өзгермейм. Кездесуге барасың ба? Жоқ. Нанды алып кетсейші. Айгүл. Ай, мен. На. Поздравляю. Ты выиграл. Не, здесь же не в деньгах дело, Гоги. Ну, просто это же принципиальный такой. Просто армяне же никогда не проигрывали спор грузинам. Поэтому ладно, я... забери, а! Ваш счет. Гоги, ты не займешь мне немножко денег, вот? Танюша, помоги застегнуть, я что-то не достаю. Ну что? Вроде влезла. Ну вот. Несмотря на один день, все-таки диета помогла. Ладно, он уже идет. Приготовься. Я как? Да ты у меня просто красотка. Татьяна? Ольга. Вы прекрасны. Спасибо. Ну что, идем? Я только минуточку. Спасибо. Я тебя люблю. Я еще одну минуточку. Одну. Хорошо. Досик. Досик, я хочу тебе сказать спасибо. Если бы не ты, я бы не выдержала этой диеты. Ты настоящий мужчина. И вам спасибо. Я побежала. Желаю удачи. Да, жаль, конечно. А я знал, что он не сдержится, сломается. Так я ведь сломался, еще накричал на тебя. А тебе такой не нужен. Айгулечка, Жанусов, тебе такой не нужен. Тебе нужен такой, который вот заботливый. Вот, например, как я. Красивый, милый, нежный, заботливый, умный, мужественный. Вот, который будет тебя на руках таскать, понимаешь? Который вот
будет любить всем сердцем, который всю жизнь... Үндемеш, а? Көңіл күйім жоқ. Қазақтың кең даласы, қазақтың бір баласы, ән салады беу. Беріп-беріп қарашы, көңіл салып қарашы, нұр жанатты баласы, ән салады беу. Тұрматың да тула, әнне кені деме қай, қалық бұзғы еңге бай, керісінше қосылып, әндеріме сәндер ай. Ей, бастайын әнімді, елі тұттарыңды, құлақ салып бірге тыңдайық. Оп-оңа жұталап, ойыңа сақтап ап, келіңдерші бірге шыға.